Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу приготовить лимонное печенье. Печенье лимоном. Нам вначале понадобится 150-160 грамм сливочного масла комнатной температуры, 200 грамм сахара, у меня по 100 грамм, 100 грамм тростниковый и 100 грамм обычный сахар. Можно взбивать его миксером и можно венчиком. Одна упаковка ванильного сахара. Щепотку соли. Взбиваем 1 минуту. И сюда же отправляем 2 яйца. Цедра из 2 лимонов и сок лимона нам понадобится. Сок лимона 3 столовые ложки. Долго не будем взбивать, примерно 30 секунд и все. Муку добавляем в 2 этапа, просеянную 400 грамм муки. В втором этапе я добавляю разрыхлитель 4 грамма и остальную порцию муки. Когда взбиваете тесто, она получится такая мягкая, которая прилипает к рукам. Но это ничего страшного, не надо туда добавлять всю муку. Его нужно будет отправить в холодильник на 20-25 минут. Или морозилку на 15 минут. И когда вы будете шарики делать, она не будет прилипать вашим рукам. Вот такое тесто, вот, которое прилипает рукам. Покрываем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на 20-25 минут. У меня уже 25 минут прошло, и включаем заранее духовку 180 градусов. Посмотрите, какая она получилась, уже не прилипает рукам. Противень застилаем пергаментную бумагу или коврик. Делаем кружочки, как орех. С этой порции выйдет 25 печенье. Вот такие кружочки делаем. Колобочки ничем не надо смазывать. Отправляем на 180 градусов заранее разогретую духовку на 10-12 минут. У
У меня уже первая партия готова. Посмотрите, какая она красивая. Румяная снизу. И сверху такая красивая. Остужаю печенье пока. Можно его посыпать сахарной пудрой или на любителя. Если хотите, шоколадом можно сверху шоколадом полить. Это уже вторая порция. Сегодня я посыпаю его сахарной пудрой. Такое ароматное, вкусное печенье. Завариваю чай чабрецом. А вот и вторая порция. Посмотрите, какие красивые. Очень такие красивые, приятные и очень-очень ароматные печенья. Посмотрите, какая она мягкая. Когда вы ломаете его, она не крошится. Она очень-очень мягкая и очень вкусная. Дорогие друзья, всем огромное спасибо, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.